Итак, снова ДВС. Мы продолжаем играть в Over 17. Ну, да. Продолжаем. Как же здесь скучно. Ага. Давайте сходим на склад вместе с Сарой. Потому что Сара о нас как бы заботилась. Схожу до склада вместе с Сарой. А вдруг там действительно все это затопило. Просто хочу убедиться. Сара? Чего? Как насчет того, чтобы прогуляться вместе? Хорошо, только ты не против, если я сначала дожую свой качан? Качан? Что за качан? А, капуста, да. Ее лицо по-прежнему делано в кетчупе. Ладно. Я решил подождать, пока Сара не прикончит свое блюдо. Между делом решил спросить. Слушай, почему кетчуп, а не майонез? Ее ответ оказался скучным. А он мне нравится. Офигеть, как же это интересно. Просто я мечтал читать вот это вот. О том, как Сара объясняет, почему она капусту намазывает кетчупом, а не майонезом. И офигеть, меня больше всего поражает, что она вообще капусту жрет. Это глупо. Кролик, блин, такой. С косичками. У помидоров солнечный вкус. Правда? Ну, не уверен. В помещении склада сырой спертый воздух. Кстати, помидоры, они изначально, короче, растения из... не помню. Из класса посленовых или как-то там, ну, в общем, они из посленовых, я знаю. И из-за этого их считали ядовитыми раньше. То есть они, короче, практически все растения из этого класса, они ядовиты. И все думали, что помидоры тоже ядовитые. Но потом оказалось, что это не так. Ну, или не оказалось, что это не так, или нашли просто сорт такой неядовитый. И потом даже начали их использовать по-разному. В помещении склада сырой спертый воздух. А пол залит водой так, что наша обувь промокла насквозь. Вокруг разбросаны трубы, многие из которых разрезаны в нескольких местах. Видимо, Цугуми использовала их для починки. Выходит, здесь и вправду была течь. Чего? Неужели ты сразу не поверил? Конечно, я тебе верю, просто... лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. То есть я в потрясении. В потрясении? Видишь ли, в потрясении от того, что все это видел во сне. Как предчувствие. Не знаю, можно ли это назвать предчувствием, но... Цугуми же не поранилась, правда? Ну да. Да и потом... На мгновение я замолк, оглядев глазами помещение. Обстановка практически такая же, какую я видел во сне, за исключением одного. Контейнер с грудой металла стоял наверху, но сейчас он стоит на полу. Ага, точно, я и не заметил. Интересно, это, наверное, Цугуми Предета, как его... предвидела, и она сама его убрала перед тем, как начать чинить. В моем сне склад целиком затопило водой, но то, что я вижу здесь, все в полном порядке. Можно ли такое вообще назвать предчувствием или даже видением? Я сейчас трекнусь, понятия не имею, что ты имеешь в виду. Сара, скажи, склад был таким с самого начала? Видишь вон те контейнеры и куски металла? Спросил я, показывая на гору металлического хлама. Они случаем не лежали на самом верху? Такие мелочи я вряд ли припомню. Ну да, наверное. Все кажется нормальным, за исключением одного. Как я вообще могу так спокойно анализировать происходящее? Предчувствие, видение, девочка-призрак, случай, зеркало, амнезия. Если подумать, сколько странностей я пережил, почему я так спокоен? Не думать о странных вещах, как о странных. Странно само по себе. Неужели мне все до лампочки? Да блин, бред.
Вообще вот ни о чем. Просто рут пока что ни о чем идет. Ну я предвидел это все. Я реально сразу же подумал, что здесь будет какая-то фигня. Типа, что руты будут между собой пересекаться. Потому что они ж не зря так похожи. И при этом главные персонажи различаются. То есть, в принципе, если ты проходишь 4 рута, то этот рут ты уже предвидишь сам по себе. И что тут удивительного? Все предсказуемо. Ну, другое дело, что еще и нужно там какие-то махинации проводить. То есть нужно именно выходить как-то на этот рут. Это такая бредятина полнейшая. В общем, это просто пиздец. Кастрировать этих создателей этой новеллы это мало. Нужно им еще и, не знаю, глаза выковать, что ли. Или руки отрезать, чтобы они не могли кодить такое говно. Или может это потому, что я никогда ни над чем основательно не размышляю. Не знаю почему, но мне кажется, что все в порядке. Я сделал круг по всему складу и вернулся на прежнее место. Но обнаружил, что Сара куда-то делась. В ту же секунду раздался звук. Бух-бух-бух. Какого хрена я читаю бух-бух-бух? Какого хрена они написали бух-бух-бух, если это и так слышно? Словно что-то или кто-то с силой стучит по стальной стене. Откуда он исходит? Неожиданно в мое поле зрения попала небольшая металлическая дверь. А перед дверью стоит Сара. «Сара!» — крикнул я и побежал в ее сторону. «Что это было?» — спросил я, встав рядом с Сарой. «Ничего, ты о чем? Она ведет себя так, будто ничего не произошло. Кроме того, она выглядит нормально, не то слово». Звуки ударов не стихают, они исходят из-за двери. Сейчас опять какое-то видение будет. Кто-то, кажется, словно кто-то бросается на дверь всем телом. А, это Кит, короче, в руте Сары как раз бросался всем телом об дверь. Я так понял, если бы мы пошли к Ю, то мы бы там что-то с паролем фигню какую-то делали. Ну, она там пароль разгадывала обычно. И похоже, он и не собирается останавливаться. Взрывная сила с животным напором. Звук раскатисто отзывается в теле, сотрясая мой мозг. «Кто это?» «Кто? Эй, кто там?» Я закричал на дверь. «Что?» Не понимая, что происходит, Сара дотронулась до панели управления дверью. Дверь открылась. Там никого нет. Внутри темно. Но даже не включая свет, можно точно сказать, что внутри никого нет. Тогда что это был за шум? Я развернулся и посмотрел на Сару. Что? Что на этот раз? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Что значит понятия не имеешь? Я спрашиваю, что это был за шум? Это твои воспоминания, типа. Какой такой шум? Шум, то есть шум? Шум. Звук, словно кто-то пытался выломать дверь. Тот шум. Вздох. С меня хватит. Чего? Нет, правда, я сыта по горло твоей. Не продолжая фразу, Сара с презрением посмотрела мне в лицо. Что ты имеешь в виду? Именно это я и хочу у тебя спросить. Что ты имеешь в виду? Сначала ты произнес мое имя, потом стал предвидеть будущее. Ты видишь несуществующих маленьких девочек. Когда ты смотришь в зеркало, тебе кажется, что видишь другого человека. А теперь ты слышишь несуществующие звуки. Прости, но я сыта по горло этой бредятиной. Слышу несуществующие звуки? Хочешь сказать, что ты их не слышала, Сара? Слушай, Кит, это так наиграно. Ну, очевидно, ты должен был догадаться, что она их не слышит, как и многое из того, что раньше с тобой происходило. Она не видела твой сон, например. Так зачем ее доставать? Ой, не стоило мне отвечать, но... Нет, ничего я не слышала. Тогда почему ты стояла перед этой дверью? Ё-моё, да просто так. Мне было интересно, что скрывается за ней, вот и все. Правда?
Сам подумай, зачем мне врать о таких мелочах? Если на карте есть место, где ты никогда не был, неужели ты не захочешь там побывать? Если найдешь закрытый сундук с сокровищами, неужели ты не захочешь его открыть? Если бы в твоем городе был кто-то, с кем ты никогда раньше не общался, неужели ты бы не захотел с ним поговорить? А вот насчет этого я бы не захотел с ним поговорить. Ни хрена. И побывать я не всегда хочу. Ах, вот оно что. Недовольство Сары четко отразилось на ее лице. В ее глазах боль. Хорошо, тогда... Да ладно, сам не знаю, что на меня нашло. Ха-ха-ха-ха-ха. Я решил спустить все в сторону шутки. Есть ли смысл думать о странностях, как о странностях, если они уже в порядке вещей? Сами посудите, цепи совпадения уже не совпадения вовсе, а скорее неминуемое нечто. Вот и я об этом. Более того, после всех странностей, что выпали на мою голову, уже кажется, будто меня и вовсе невозможно чем-либо удивить. Чё-то я расфилософствовался не на шутку. Пробуждение духа, просветление, нирвана. Здесь больше нечего бояться. Ха-ха-ха-ха-ха. Мой громкий голос пронзил все помещение. Слушай, ты не будь сумасшедшим. Сейчас Сара будет тебя бояться. Уши мои, бедные уши. Но похоже, мой смех лишь подогрел недовольство и сомнения Сары на мой счет. Но это не важно. Хуже того, она посмотрела на меня как на чудика. Ну да, потому что ты ведешь себя как сумасшедший. Зачем вслух смеяться? Мало того, что сначала просрал... это возможность типа ну не загружать Сару вот этими вот звуками, проблемами и так далее. Так потом еще и просрал возможность при этом быть вообще, казаться адекватным человеком. Это иначе как специальным сюжетным ходом я никак не могу его назвать. Никакой адекватный человек так бы себя не вел, как он ведет. В припадке счастья я распрыгался по маленькой комнатке, как заправский хлопец, танцующий гопак. Гопак. Да. Ладно. В общем, прикол в чем? Вот это тот, то, что он только что делал, это равносильно тому, как в бесконечном лете Семен катался по траве, выйдя из автобуса. Это такой бред, просто бредятина. Я не знаю, они бы... Вот реально, кастраты, авторы. Вроде бы сюжет был сам сюжет, то есть предыдущие роуты, нормальный. А здесь какая-то бредятина, то есть... Ну, сама суть это баян. То есть баян с вот этими вот там перемешками там... всяких линий судебных и так далее. Это в многих фильмах было. Уже довольно старых. Хотя я не уверен, может они после 2004 года эти фильмы выходили. Там, в принципе, их куча было. То есть сюжет баянистый, но он неплохой, в принципе, можно сказать. Но как он реализован, это такой бред. Ну, то есть, там Такеши педофил, там... инцесты всякие. Вот эта вот хрень, где он себя ведет как какой-то действительно сумасшедший. Это же, ну, не знаю. Я бы этому писателю, который это все написал, руки бы поотрывал. Я в 13 лет писал в два раза лучше, чем он пишет. Хотя тоже хреново. Но, по крайней мере, такого дерьма у меня не было. А я, между прочим, у меня до сих пор 80 страниц лежит этого романа. Но вскоре голова закружилась, и я остановился. Едва перехватил дыхание, я прильнул к близлежащей стене. Перед собой я заметил маленькое квадратное окно. Сквозь него струится лунный свет. Что? Лунный свет? Должно быть, Сара заметила, в сторону чего я смотрю, и подошла к окну. Когда она подошла ближе, я спросил, а зачем нужно окно в таком месте? А может, это не окно? Нога Сары замерла.
Тебе кажется, что это окно? Обернувшись, сказала она. Это не окно? Но там же свет. Свет? Сара попятилась назад и прильнула к стене рядом со мной. Ты сказал свет, правда? Да. Тебе кажется, что это сияющий свет? Словно приманенный светом, я подошел поближе к окну. А почему ей не кажется, что это свет? Ведь в руте Сары она точно так же, как я, то есть как Кит, могла видеть многие вещи. Я остановился перед окном и постучал пару раз по нему своим кулаком. Но дело в том, что это и не окно вовсе. Это стальная дверь, монтированная в стену. «Ау, ты ответишь мне или как?» «Ты видишь сияющий свет?» «Да, так и есть». Сара встала рядом со мной и положила руку на стальную дверцу. Я тоже дотянулся до плоскости и положил на нее свою руку. Кажется, что дверь шипит с сильным жаром. Оставаясь в этом положении, мы обратили наши взоры друг на друга. Сара хотела что-то произнести, но замялась. Она вновь попыталась пошевелить губами, но запнулась. Ее дыхание участилось. Кажется, она слегка взволнована. От ее тела исходит красноватый свет. Так почему кажется, будто она светит? Невинный, практически наивный вопрос. Не отвечая, Сара убрала руку с двери. Я тоже убрал свою руку. На квадратной стальной дверце появились два едва заметных отпечатка ладоней. Кит, ты видишь это? А, так она все-таки тоже это видит. Но она просто понимает, что это именно. То есть ей не впервой. А вот Кит не понимает того, что он видит. Ну, в принципе, ожидаемо после рута Сары, что мы узнали, что она типа наша сестра. И мы все это, то есть в руте Сары мы это все узнали. Какой смысл нам сейчас это раскрывать? Ну, разве что все это раскрывается в одном руте. С этими словами Сара осторожно вынула что-то из кармана. Чирк. Загорелось пламя. Обстановка мгновенно изменилась, а лицо Сары оказалось залито красным светом. До меня дошло, что Сара вынула из кармана кулон и зажигалку. Не говоря ни слова, Сара поднесла пламя и кулон к моим глазам. Внутри кулона парит голографическое изображение человека, которое я никогда раньше не видел. Прям таки не видел. Кто это? Едва я спросил, как рука Сары задрожала. Пламя стало мерцать, а тень от него на стене задрожала. Значит, ты тоже это видишь? Щелк. Сара погасила зажигалку. Кит, ты же помнишь. Когда Няку пыталась открыть дверь, ведущую в генераторную, ты остановил ее, так? Да. Но почему? Почему ты остановил ее? Стоп. А не ты ли только что сказала, что сыта по горло моими предчувствиями и видениями? Ну да. Предчувствиями? То есть это было из-за предчувствия? Не могу сказать, то есть я правда не знаю. Понимаешь, мне показалось, что открывать дверь сразу опасно. Сара взглянула на потолок. Затем на квадратную дверцу в стене, затем на кулон, что крепко держит в собственных руках. И наконец она посмотрела прямо в мои глаза. Наступил долгий момент тишины. Сара думала о чем-то с пространным взглядом, хотя, наверное, она вообще ни о чем не думала. Единственное, что было слышно, ее ровное дыхание. И, наконец, она произнесла. «Конечно, этого не может быть, правда?» Вздох. Сделав глубокий вдох, Сара убрала кулон и зажигалку. Мы вышли из комнаты. Сара как следует потянулась. Я попытался спросить ее еще раз. «Сара, кто изображен на этом кулоне?» Когда мы подошли к выходу, она ответила. «Солнечный человек». «Это плохо. Как-то у них...» Все плохо сошлось. Чудок погодя. Мы с Сарой пошли в сторону комнаты переговоров. Если честно, мы просто пошли, не задумываясь.
Ну, можно сказать, что мы пошли туда по привычке. И уж тем более никто не договаривался со мной устроить там сбор. Но как бы то ни было, пришли все. Сора с Такеши достали меня рассказами о том, как я бился в конвульсиях, как краб кверху брюхом. Сказали, что сильно из-за меня поволновались, и что теперь внешне мне вроде как лучше. Вообще-то почти то же самое я сегодня слышал из уст Сары. И, конечно же, они спросили, что на меня нашло, когда я посмотрел в зеркало. Но я дал им четкий ответ: приступ эпилепсии. А почему приступ эпилепсии от зеркала случился у него? Не думаю, что они смогут понять и, главное, проникнуться, если рассказать им правду. Видимо, Такеши и Сору устроил мой уклончивый ответ. А затем началась беседа по мелочам. Единственное, что странно, никто ни слова не произнес о Лиму. Мы беседовали о кинофильмах, что когда-либо смотрели, о том, почему киты группами рядом ходят рядом с пляжем, о том, кому была выгодна смерть Влада Листьева, о том, что лучше вилки или палочки. Блин. Гениальный перевод, просто гениальный. Про всяких Листьевых. В Японии так интересно японцам, кто убил Влада Листьева. Блин, у меня почему-то чай не сладкий. Даже не знаю почему. Темы беседы сменялись столь часто, что усмотреть в ней какую-либо логику оказалось просто невозможно. Все прыгало от серьезного до глупого. Проще говоря, мы убивали время. Мы пытались забить непонятно откуда взявшуюся пустоту болтовнёй. Не то чтобы я не участвовал в разговоре, лишь кивал время от времени и ржал вместе со всеми. Не то чтобы я в этот момент думал о чем-то, просто понял, что это единственный безболезненный способ убить время. В этой компании был еще один человек, что был столь же тих, как и я, и скорее даже тише меня, потому что она вообще ни разу не раскрыла рта. Сугуми. Сугуми, как обычно, в ярости. Какая-то у нее ярость вообще безмолвная. Буравила всех недовольным взглядом, так будто жалеет о собственной судьбе с того самого дня, как на свет родилась. Ну а что в этом необычного, я не понимаю. Слушайте, если все ее так достали, тогда зачем она вообще пришла сюда вместе с остальными? Конечно, я не могу ей так сказать. Но что странно, она бросает на меня взгляд чуть ли не через каждые пару минут. Вечером, двумя днями ранее, 1 мая, я успел немного с ней поговорить. Тогда она сказала, что чтобы я не пытался с ней разговаривать. Однако ее косые подглядки в мою сторону идут в полный разрез с ее же словами. В них так и читается: нам нужно поговорить. Ее подглядки расшатали мое внимание, и я уже не мог поддерживать беседу. В конце концов, четверо из нас устали от болтовни, разговор сбавил темп. А затем остановился окончательно. С тех пор, как мы пришли в комнату переговоров, минуло 5 часов. Все замолчали. Ю руками разминает подбородок и смотрит на растение в углу комнаты. Сара положила лицо на стол и закрыла глаза. Такеши встал у окна и смотрит на океан. Соры здесь нет, она вернулась в центр управления. Сугуми только что встала. Она направилась к выходу. Затем дотронулась до панели, чтобы открыть и закрыть дверь. Но прежде чем выйти, она вновь на меня взглянула. Это беспокоит меня, не могу ничего с этим поделать. Спустя несколько секунд после ухода Цугуми я схожу-ка до туалета. Разумеется, я пошел отнюдь не туда, куда сказал всем. Я последовал за звуком расплеск
плескивающейся воды и вскоре догнал Цулуми. Она идет впереди меня по изогнутому коридору. Я подбежал к ней и спросил: «Эй, почему ты продолжаешь смотреть на меня?» Цугуми не остановилась, она даже не взглянула в мою сторону. Я вырвался вперед и встал на ее пути. А вот это знакомо, в принципе, это из Рута Ю, в принципе. Блин, мы что, опять в Рут Ю пойдем? Не вздумай идти по Руту Ю. Кит, ты меня заебал, сдохни нафиг. Просто, не знаю, не мучайте меня этими дежавю. У меня голова болит уже от этого, вот реально. Вы не представляете, как мне сейчас хреново, когда я читаю одно и то же, что я уже читал 6 раз. Меня тошнит от этой игры, просто тошнит. Я не знаю, кто считает ее хорошей, но это слишком. Это реально ублюдки ее делали. Сдохните. Как там это... не компания, а... Команда разработчиков Kid, кажется, называется. Kid Software. Сдохните. Эту игру никто у вас не купит. Ну, по крайней мере, адекватные люди. Хотя, может, и купят, но потом пожалеют о том, что купили. Потому что это говнецо еще то. От него у меня уже тошнит и болит голова. Просто. При том, что сюжет довольно банальный. Хотя в «Бесконечном лете» то же самое, то есть меня тоже там тошнило, но там, короче, прикол в чем? Там она меньше, она там меньше, и там нету, хотя дежавю не помню. Но если все руты проходить именно вот как я здесь проходил, здесь же проблема в чем? Что в принципе нужно все руты внимательно проходить, потому что они отличаются немного. Там же в «Бесконечном лете» чисто определенные моменты отличаются и все. И плюс сама игра в несколько раз меньше. Поэтому это не так напрягает. Здесь же это выносит мозг очень сильно. Возможно, поэтому... Ну и плюс, в принципе... Говорить о популярности... Ну вы поняли, почему «Бесконечное лето» популярное. Потому что... Фашисты любят, когда их прославляют. Ну там, совок прославляют, их не фашистские и так далее. Ну и просто распиарили, типа, соси отечественное. Ну, в принципе, нормально, что та игра, что эта игра. Но, как я сказал, если там проблема, что сюжет еще хуже, чем здесь, возможно. Да, но там тоже такого говна полно. Причем оно не только в одном руте, оно во всех рутах присутствует, говно. Это самое. Внезапные там дефлорации присутствуют, какая-то хрень полнейшая. То здесь именно проблема в затянутости. Это реально очень затянуто, если это читать по нескольку раз. Ну, и конечно же, самая большая проблема, если читать это вслух. Если не вслух, то возможно еще как-то можно это все вытерпеть. Ну, возможно, да, кстати. Возможно, рассчитано на то, что ты не будешь читать это вслух и вообще будешь кучу всего пропускать. Ты же сделала в мою сторону несколько косых подглядок, так ведь? А затем ты посмотрела на меня, когда уходила из комнаты переговоров. И что с того? Это, то есть... Да, я смотрела на тебя, но и ты смотрел на меня, не так ли? Если нет, то и не заметил бы моего взгляда. Ага. Ну да, любовь с первого взгляда нафиг. Значит, мы квиты. Но ты первая стала на меня смотреть. И что с того? Да ничего, но... Что, боишься, что своим взглядом я тебя испепелю? Нет. Вот и славно. Как-то она себя неадекватно ведет. Она обычно себя так не ведет. И почему она вообще на Кида смотрит? Она ж вроде Такеши любит, а не Кида. Хотя не этого Такеши, другого. Ну вы поймете все. Фыркнув, Цугуми собралась идти дальше. Раскинув, ну, вы поймете, в смысле того, что уже ясно, что это разные лему и разные, в общем-то, витки. И именно вот Такеши из того витка. Должно быть, она их как-то различает и так далее.
То есть этот Такеши, он в принципе похож, но я не верю, что он так тот же Такеши. Раскинув руки, я блокировал ей путь. Минуточку. Не меняй тему разговора. Я хочу знать причину, по которой ты смотрела на меня. Для этого нужна причина? Действительно, вот Цугуми... Вот здесь, в принципе, вот эта фразочка в тему. Она всегда такие кидает фразы. Нужна ли причина, чтобы смотреть на кого-то? Ты опять пытаешься сменить тему. Кстати, вот я когда там на кого-то смотрел, тоже возмущались люди, но при этом, как бы, я... Подумаешь, я на кого-то смотрю. Это что, должно быть необычно как-то? Тогда зачем ты задаешь мне столь дурацкий вопрос? Потому что я хочу знать, что... Кто ты, Цугуми? Она Цугуми! Дебил! Мне кажется, Эли Кид это тот же самый Такеши, который там сдох, короче, ради нее. Цугуми, ты же хотела мне что-то сказать, правда? Цугуми опустила взгляд. Она слегка шаркнула ногой по полу. По воде побежали круги и мелкая рябь. Ее глаза смотрят, как рябь рассеивается по водной глади. Она подняла глаза. Мы уставились друг на друга. Цугуми мягко откинула волосы назад своим крохотным пальцем и произнесла. Ты прав, я хочу сказать только столько всего. Но пока не могу. Произнесла она тихим, спокойным тоном. Вот реально, сюжет здесь высосан из пальца. То есть нету никаких причин, чтобы она именно в этом руте рассказывала все это. При этом в других рутах он реально к ней доебывался, а она ему ничего не говорила. И то есть реально была причина у нее рассказать. В руте Ю, точнее. Те, кто играли в Ever 17 и проходили рут Ю на хорошую концовку, те понимают, о чем я. Так вот, то есть, а здесь реально нету никакой причины, но при этом она раскрывается. Непонятно почему. Бредятина такая. Цугуми, почему ты пытаешься держать в себе столько вещей? Какие вещи она держит в себе? Блин. Она что, фалоимитатор у себя там в анальном отверстии держит или что? Ты что, видишь какие-то вещи в ней? Извращенец, реально. Кит-извращенец. Ты по-прежнему не доверяешь нам? Да, не доверяю. Тогда зачем ты помогала нам с починкой, когда на складе лопнула труба? Я не помогал вам. Что? Я чинила, а все остальные мне помогали. Ну, можно и так сказать, какая разница? Разница в том, что ты, несмотря ни на что, старалась помочь нам, верно? Да. Легко ответила Цугуми. Я просто не доверяю, вот и все. Не то, чтобы я испытывала неприязнь по отношению к вам. Ведь в помощи кому бы то ни было, да еще при аварийной обстановке, нет ничего противоестественного. Кстати, да. Мне все равно, что может со мной случиться, но я не могу просто сидеть сложа руки, когда кто-то может погибнуть. Особенно при таких обстоятельствах. А вот это неожиданно... Да что неожиданного, блин? Она же адекватная, в отличие от вас. Она просто адекватный человек. Я точно так бы поступал. Ну, может, я, конечно, не такой бы злобный был. Но я бы не стремился там со всеми подружиться, потому что они реально долбоёбы. А идти так лизать жопу долбоёбам, при том, что ты умный, это чревато тем, что тебя начнут травить все. Быдло оно не любят, когда умные к ним подлизываются. Умный он или правит глупыми, или же они его нагибают. То есть, или ты их нагибаешь, или они тебя нагибают. Вот Цугуми, типа, она такая темная лошадка. Она держит их всех на расстоянии в моральном подчинении. И вполне себе адекватно, что она пошла помочь. Во-первых, потому что и ее может убить. Во-вторых, потому что ей нафиг не нужно, чтобы кто-то тут вздыхал у нее на глазах. Вы просто путаете человека, который просто этот
флегматик или как-то там забыл. Да, флегматика. С этим... с каким-то, что ли... с просто злым человеком или меланхоликом. То есть она такая вот не очень любит пиздеть, но любит делать. То есть если она уже решила что-то, она делает. А так просто она не любит общаться. Вот поэтому она мне и нравится. Потому что я сам... Хотя, кто бы говорил, я сейчас только говорю. Ну, с другой стороны, одновременно это и дело говорить тут. Должно быть, Дацугуми постепенно дошел в каком и положении. Ну, хорошо. Тогда спрошу еще кое-что. Ты часто находишься рядом с нами, несмотря на то, что не доверяешь нам, так? Если ты сомневаешься в нас, тогда не стоит с нами водиться. Может быть, сама по себе... Цугуми, на самом деле, ты ведь хочешь стать корешем для нас, или я не прав? Ты долбоёб, блин, Кит. Я вот всё, себя я больше с Кидом не ассоциирую. Ты хочешь с нами там, типа, корешем? Корешем. Фейспалм. Фейспалм. Ай, больно. У меня уже там шишка набита от фейспалмов. Я сейчас буду фейспалмить еще раз 15, наверное. Тут и перевод дебильный, и сюжет дебильный, и все это по-дебильному организовано. Это просто Неруто, какое-то сплошное фейспалмище. Игра в рулетку. Боже, что я делаю?